В Подмосковье на 53 миллиарда рублей выдали кредитов по ставке 6,5%. Программу льготной ипотеки запустили как меру по поддержке семей. В ее рамках из бюджета предоставляют субсидии. Меры господдержки начали действовать в апреле. За это время от жителей региона поступило свыше 44 тысяч заявок. Из них одобрено 69%. Таким образом, Московская область оказалась на третьем месте в стране по количеству выданных льготных ипотечных кредитов. Особых условий для выдачи кредита всего несколько. Жилье должно быть в новостройке или от застройщика, а сумма первоначального взноса составлять не менее 20%. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до ноября этого года. Накануне президент продлил ее действие до июля 2021 года.